Ой, да ладно, столько нежности. А что случилось? Там кипяток. Да. Мам. Хорошо. Саусишка, будь здоров. Ой, да ладно, что столько нежности? Это что? Только что меня трогали. Мама. Чуть-чуть. Много не надо. Все, молодец. Спасибо, хватит. Но. Вот этого, ну давай чуть-чуть. Все. Это на следующую оставь. Да. А то тебе дай воду, ты сейчас все расфигачишь. Да. Че? Да. Курицу опять замариновала. Курицу в этот раз замариновала в китайских приправах. Мама. Отбила. Мелко порезала. Свинюхинс. Че, танцуй. Танцуй, танцуй. Мама. Мама голову мыла. Ай, не надо. Мама с душа. Не надо снимать. Мама, голова там мокрая, заяц. Ну, что ты делаешь? Мама. Мама! Мама! Так-то. Мама. Сашка уже кашу поел, да? Да. Бутерброд с колбаской. Сейчас я попью. Ну. Кофе с шаварной. И пойдем гулять, наверное. Да. Если дождь не начнется. Да. Да. Да? Мам. Чё? Мам. Молодец. Ты сам все делал, да? Мама, да? Ты же у меня вообще супергерой. Тися мой люци. Ой, да ладно. Столько любовочков прям с утра. Зайц, я не хочу так. Подожди. На. Ты издеваешься надо мной? Ой, мама! Мама! Хватит, на вторую не хватит.
хватит. Ну, заяц. Хватит. Но на вторую не хватит, поэкономь. Надо еще одну маленькую сделать. А, да. Подожди, не хватит, говорю, на вторую. Заяц. Ты издеваешься надо мной? Вот все, вторую будем делать, хватит. Хера здоровая. Все, вторую делаем. Вот сам и ешь. Заяц, дай на вторую оставь. Вот сюда надо ложить. Не-н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 е, Санечки. Вот сюда. Вот сюда. Только покучнее, можно сюда? Да. Слышал, блядь, как помои высыпают. Мама. Да ты что, ну сладкий? Ну что такое? Сейчас упадешь. Все, молодец, поставь. Заяц. Блин, короче. Саш, там кипяток, не трогай. Ты издеваешься? Короче, я не знаю, что теперь делать. Короче, у нас получились шаурма-мутантов. Шаурмышки мутанты. Заяц, убираем со стола. Пойдем. Мама! На арену цирка выходи! Мама! Аплодисменты! Че? У меня такое чувство, что у нас тут в подъезде вечный ремонт. Все вечно что-то сверлит. Да. Особенно, когда ложимся спать. Да. В обеденное время обязательно кто-нибудь начинает что-нибудь сверлить. Да? Да. Мы их, блин, не можем найти. Кто там сверлит все? Мам. Короче, сейчас покушаем, пойдем погуляем, да? Да. Зайдем на работу, где я работала, в гости, девчонка. Да? Да. Тебе что, конфеток там? Да. Цукаты дам ему к чаю. Мне там цукаты, я на кекс собрала. Вот, чай с цукатами попьют. А я кофе с шаурмяхами и вот такими мутантными. Мама, ребят, мама! Мимонер, мама! И что это такое? Соблазнение идет? Вот как можно ругать его, а? Вроде вот бывает, как что-нибудь начнет троллить меня. Саша, начинаешь что-нибудь... А потом он начинает какие-нибудь такие выкаблучивости делать. Ну все, как его ругать? Да. Да? Хитрый. Ну все, пойдем кушать. Чай пить. Давай. Санёч, а что ты грустный? Аж покраснела. Не наш покраснела. Сашеня. Глазки умеешь строить? Да умеешь, давай. Как глазки маме строишь? Ну ты просто директор магазина, пивзавода, как у меня Димон. Депутат, говорят. Всегда очень серьезный. Да? Санек, куда путь держим? Домой? Ребят, не поверите, на этой старой коляске ей уже 15 лет. Я так рада, что дед настоял ее взять. Во-первых, и не жалко, даже у магазина где-то оставляешь. А без нее я бы не представляю, что бы делали. У нас новая дома, но она для него, короче, маловато, неудобно. Ноги не помещаются. А это стар заводник, да дорог. Вот так загрузились и едем домой. Памперсы, продукты подкупили.
Санек? Помахашкин? Нет, а Бижаха спать хочет. Сейчас домой едем, а я краситься буду.